Сегодня четыре песни я принес вашему вниманию. Две песни прозвучали. Первая песня была как новогодний привет из Ульяновска от моего соавтора Вадима Гужева, который пишет замечательные, замечательные стихи. Вторая песня от девушки из Ивановской области Марины Балябиной. Это сказка «Фея». Сейчас прозвучит песня от моего соавтора из Симферополя, почти из горячих точек, из горячей точки. Замечательный человек, очень большой патриот России, Владимир Кулаев. Эта песня называется «Поздравление с Новым годом». И последняя песня будет от нашей уфимской поэтессы Аллы Догадкиной новогодняя. Ну и сейчас, пожалуйста, песня «С Новым годом». Я сегодня заявлю свою, вы откройте только душу свою. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюгом залила. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюгом залила. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюга замела. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюга замела. За окошками я слышу громкий смех, нынче время для хлопот и для утех. Новый год на лете белым у ворот, я гадаю, ну каким же будет год. Может, будет прибавление в семье, рот пускай не потеряется во мгле, и счастье засветится в глаза, и порадоваться этому нельзя. Может, будет прибавление в семье, рот пускай не потеряется во мгле, и счастье засветится в глаза, и порадоваться этому нельзя. Переоделась, приукрасила земля, и деревья будто все из хрусталя. А на окнах не увидишь даже в снах, что за снежными узорами в лесах. А на окнах не увидишь даже в снах, что за снежными узорами в лесах. Я сегодня вам заветное спою, вы откройте только душу не свою. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюга замела. Расскажите, как идут у вас дела, когда все дорожки вьюга замела. Может, будет прибавление в семье, рот пускай не потеряется во мгле, и счастье не засветится в глаза, и порадоваться этому нельзя. Светится глаза, и порадоваться этому нельзя. Приготовьтесь и откройте тайный дверь, пусть не будет больше горе и потерь. Пусть для нас он будет добрым Новый год, отправляемся мы в сказочный поход. Пусть для нас он будет добрым Новый год, отправляемся мы в сказочный поход. La 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 la
моей семье. Вот исходим потеряться во мгле, оторву последний лист календаря и поздравлю вас я с 1 января. Strong one.